ее столько часов отыграл, и начинаешь ее теперь срать. А в чем прикол? Ну, потому что объективно говно, он это понял наконец. Подожди! Не подожди. Я пидор, я знаю. Давай. И еще какой? Как же мне жалко меня, потому что я не общаюсь с хорошими людьми. А, раньше... Я выход нашел! Блядь, как дебил, выход! Вот, кстати, на полной скорости попробую буст завязать. Попробуй, у тебя на парше так. Да ну ты что делаешь? Ну хотя у меня стоковая не что спать, там с автобусом? Там автобус переворачивается. Где? Там автобус упал, блядь. Саня, как ты где ты вообще там автобус видишь? А, нет, он стоит. Где автобус? Ты посмотри, автобус лежит, блядь, на боку. Ты о чем? Садись скорее. Ну, ёп. Вот я вижу, какой-то автобус едет, но я перевернутого не видел. Ну, низкий ясно. У меня, блядь, дрочится Авенджер на... Бланя. Он у меня на заставке, блядь, вверх-вниз дрочился, блядь. На каштане? Да. И до сих пор дрочится. Я отказываюсь, нельзя, не видно его просто. Вот что этот бот сделал, блядь, вот на YouTube? Объясните? Не пальцы, они сейчас будут такую дичь творить из-за того, что по нам стреляют. Там, смотри, вот там один по встречке херачит. Я еще громче мог парать, блядь. Там бот. Тяпнул другой бот. Это ясно, что бот просто телепает. Потом от него никак не отлепиться, бля. Ну нихуя! Нет, бля, будет его оттуда не заглох. Почему так? Кроссовер просто задрифтил. Так он задрифтил и вышел с тачки. Такой, не, пацаны, нахуй, я ливаю. Знаешь, когда покатался в GTA в дождь. Просто вышел из тачки. Там бот въехал в стоячую тачку, блядь, и не продолжил движение. Это нормально, блядь, что у меня тут уже опять... Мне еще и запись, наверное, плохо. И где двери нам явно будет, ну, бодрее. Я ничего не вижу, блядь. Я тоже ничего не вижу. Почему я два раза в камни въебался? Ну слушай, ну вот этот мост я все-таки увидел. Или типа ты хочешь сказать, что в этом твой план заключался? Да? Мне кажется, мы туда чисто физически не будем наконец. Не, ну слушай, ну так можно, конечно, попробовать, я не спорю. Чё? Видишь, сработало. Я сразу узнал, что поэтому грузу не подцепить. Там, потому что груз нельзя удалить. У нас бы не попасть, как у нас. Времени на раскачку нет. Ебал капот просто. Там круто с башней пиздец. Чтоб ты понимал, у меня сейчас камера такая залпа была. Я курил. Что ты мне, сука, с камерой делаешь? Я просто шатал. Я вижу, как тебя шатает. Я компот. Кто ты мне роток сломал?
Надо завтра до боба, чтобы еще кто-нибудь. Детка за кепку, блядь, и детка за лупетку. Да еще вторым карликом, вот этот карлик, блядь. А пососать не хочешь? Шатал бумбокс. Я курил просто компот. А, они перестали преследовать, да? А-а-а! Может, мне камера... Я ебал рот! Утони! У меня пушка! Лодка заправилась! У меня пушка провернулась один раз! Не, вот это интересно, как же. Ну? Ну, это какая-то старая воля. Не Мартин, иди возьми хера. Там бот нормально сейчас увернулся. Я там пакчу. А еще громче. Уже не увернулся? Еще громче поорать не мог. Мне там бот в ухо такой. А что вы делаете? Дрочим. Вместе? Взаимно? Естественно. Конечно, как иначе. Ой, вообще зрачно. А вы что делаете? То же самое. Взаимно? Сама себе? Именно так. Ладно, я просто зашла узнать, про кого вы там пишете. Я просто вот никого не знаю. Без проблем. Можешь еще заходить, мы тебе тоже можем помочь. Слышь, там вертолет стреляет. Все, уже не стреляет. Понял. А вот что вы играете? Не стреляет. Я же говорил, в анальные яички. Хорошо, понятно. Это вот вертолет есть? Да. Да, это... Всем тоже интересно. Расскажите потом. Может, ты убьёшь? Да без проблем. Где? Да вон он слева стреляет. Справа, в смысле. А, где? Я не вижу никого. Ты вперед можешь посмотреть? Вот. Вот стоит джип. А, за ним? Так нет, с него, блядь, придурок, посмотрите. Ну все, в любом случае, да, сзади кто-то, вон, видишь, мотоциклист этот, да. Вот он и все. Он меня забагался, что ли? Да, все, поехали. У меня вот этот черт продолжает сейчас стрелять, он уже давным-давно сдох, но продолжает стрелять. Поехали. Ну согласись, на самом деле, это хуйня, типа. Я курил. Нахуя Тони, блядь, звонить, когда я, блядь, тут летаю, объясните? Вот нахуя он позвонил, блядь? Я выпал из грузовика, улетел и под водой взял трубку от Тони. А что происходит? Почему у грозана крутится пушка? А почему у грозана оторвалась дверь? Ну ты взорвался. Но он жив. Покиньте сектор. Мне уплыть или ты меня на что-нибудь пикнешь? Да. Ну слышно, вот этот вертик, который херачит многозарядный, он подсюристый люто. Он практически, ну он, по-моему, вантапает, если мне память не изменилась. Ну у меня он, по-моему, звук так похуебал. Ну возможно, он первый раз просто криво попал. Обычно вот у меня он вантапает. Но он всегда стреляет по два патрона. Он не стреляет одним, он сразу... Трактор дрифтит, кстати. Так это как ты палился вообще офигенно. Ну отхиспавнился и отхиспавнился, что теперь волну гнать? Или как там? Fucking fuck. А чё с ними не так? Почему они так спавнятся? Нет, они оба утонули, если что. Ну чёрт. Утонули и утонули, что теперь плакать, что ли? Что теперь волну гнать? Блять, ну это тогда надо деспавнить мне машину. Будет. Поэтому ближе к месту тебе придется что-то своё заказать. Или самолёт.
Я понял. Отличная идея. Ты мне ее растонировал, запаковал мне стекло. У меня стекло съехало. Стонирую. Так ты понял, что опасно? Для читерских карлей. Да. Пикбол. Давай покатаемся, пока целый я еще. Ну, мне кажется, вот этот танк, он весит, в принципе, как стандартный тот танк на карте. Он, кстати, этот Ганджали, он весит где-то в два раза легче, чем вот тот грузанчик, который я цеплял. Это вообще изи. Хотя, по идее, это одно из самых тяжелых вообще транспортных средств в игре. Не, ну это охрененная тема. Может этим карликом... Он же тупо дико железный вообще весит. Слышишь, Наш, может этим карликом можно самолет зацеплять? Судя по тому, что он все подряд цепляет, даже интересно. То, что он не рассчитан. Интересно. Вот я почему подумал, что он все подряд цепляет, потому что типа он цепляет Сахио, а Сахио нельзя подцепить обычно. Ну да, да. Слушай, а может попробовать здесь в аэропорту у Тревора найти какое-нибудь говно летать? В плане, самолет? Ну да. Да пока давай так полетаем, пока... Я тебя подцепил. А то тебя там еле хер подцепишь, на самом деле. Каким-то багом. Не, ну, мне кажется, мне игра выйдет. Хана мне, да? А, ну ты, короче, упал на меня, перевернул меня, а сам, блядь... А, все, ты сдох, и я встал на колеса.